Это программа «День с толком» в студии Андрей Дрейер. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Сбалансированные и социальные краевые депутаты приняли бюджет на 2021 год. Еле отбилась от стаи, кто должен отлавливать бродячих собак и сколько их в Барнауле. От лагмана к шедеврам барнаульский повар стал лучшим в России. Подросший бюджет края принят. Сегодня краевые депутаты в окончательной редакции утвердили скорректированный финансовый документ региона. Все ли его поддержали и какие еще важные финансовые вопросы рассматривали сегодня, расскажем далее. Сбалансированный и социальный. Бюджет 2021 года наконец принят. Он больше, с учетом 17 миллиардов федеральной помощи и собственных доходов с акцизов на ГСМ. Деньги пойдут на зарплаты бюджетников, школьное питание, другие цели. И теперь начнется другая работа. Обновление бюджета автоматически означает изменение игра в госпрограмм. Из 28 не нуждаются в доработке 2. Еще одна особенность происходящего, что счетная палата намеренно не заложила увеличение доходной части бюджета. Те расходы, которые все-таки не носят социального характера, и те расходы, которые мы каким-то образом можем оптимизировать, с точки зрения в том числе неэффективных трат, в том числе более прозрачной системы государственных закупок, где мы можем дополнительные средства экономить, мы будем такие вещи анализировать и предлагать правительству. Даже Мишустин озвучил планы о сокращении чиновников на 10%. Почему мы не видим этих цифр, они никак не отразились в проекте бюджета? Это та статья, на которой можно было бы с удовольствием, я думаю, без особого ущерба сэкономить. К тратам вопросы были у всех представителей оппозиции, но против такого бюджета проголосовали лишь 2 депутата. Денежная тема сегодня была ведущей. Важное решение дня – упрощение патентной системы налогообложения. Его стоимость уменьшат на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, вплоть до 100% за самого предпринимателя и до 50% за сотрудников. Кроме того, стоимость патента будет зависеть от числа жителей, по этому принципу в крае теперь 6 зон, и каждая дарит свой понижающий коэффициент. 1 000 000 по общепиту умножаем на 6%, 60 тысяч рублей в год, в том числе для ресторана. Минус еще практически половина за наемных работников. 30 тысяч рублей в год. Можно работать? Можно работать не только ресторану, но и по расчетам предпринимателя и небольшому кафе. По прогнозам разработчиков этого закона, обновленный патент станет альтернативой вмененному доходу, который через месяц исчезнет. Сейчас по нему работают 32 тысячи предпринимателей. Предположительно, 20 тысяч из них перейдут на патент. В совокупности с федеральными поправками, я думаю, уточнение нашего закона о патентной системе налогообложения должно позволить, сегодня стала такая фраза про бесшовный переход, ну то есть без резких скачков, без резких изменений. Плюс для впервые зарегистрировавшихся предпринимателей, которые работают на упрощенной или патентной системе, в крае на 3 года продляет нулевую налоговую ставку, но при условии, что речь идет о производственной, социальной, научной сфере или бытовых услугах. И курировать этот вопрос придется уже Андрею Осипову. Сегодня его назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. О ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией депутатам сегодня рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора. Она по-прежнему остается сложной. И вот данные статистики. Коронавирус забрал жизни еще 13 жителей края. Они скончались накануне. Таким образом, в ковидных госпиталях края умерло уже 1075 пациентов. Тем временем за сутки в лабораториях региона подтвердили 225 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в красных зонах края врачи лечат почти 2500 человек. В тяжелом состоянии находятся более 600 пациентов, 178 подключены к аппаратам ИВЛ. Новогодние мероприятия и корпоративы все-таки отменили. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко. Не только об этом важном решении недели в нашем сюжете.
Те, кому больше 65, стали болеть чаще. Цифры озвучили на заседании оперативного штаба. Поэтому контроль за режимом самоизоляции пожилых было решено усилить, но в мягкой форме. Губернатор просил не запугивать людей старшего поколения, а разъяснять доходчиво и терпеливо. Здесь же проинформировали, что лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома, в регион начали поступать. Краю выделено 87 миллионов на закупку препаратов. Губернатор поручил Минздраву выработать алгоритм доставки их до пациентов. Гораздо более масштабные цифры обсуждали на сессии КЗС, где сегодня принимали бюджет на следующий год. В части собственных доходов мы уже выглядим достаточно неплохо. То есть сегодня у нас в бюджете собственных доходов запланировано примерно 55 с небольшим миллиардов рублей, а на 2021 год мы планируем 59 вот с небольшим. 58 из 60 депутатов бюджет поддержали. Напомним, он по-прежнему социально ориентирован и просчитан с учетом сложных условий сегодняшней жизни. Легче пока не будет. Статистика по заболеваемости высокая. Собственно, поэтому, несмотря на просьбы бизнесменов разрешить проведение новогодних корпоративов, их запретили. Но разрешили работу общепита с ограничениями Роспотребнадзора. Решение это неизбежно. И будет действовать оно с 15 декабря по 15 января следующего года. Как предупредительная мера, это все-таки разобщение. Это все-таки дистанция, это все-таки тот самый необходимый масочный режим, который нам необходимо соблюдать. Для того, чтобы более-менее спокойно пройти ожидаемый сезонный подъем гриппа. Ну и о масках. Как разъяснил сегодня губернатор, носить их теперь нужно и на улице. Правда, лишь в том случае, если люди задействованы в массовых мероприятиях и социальную дистанцию в полной мере выдерживать сложно. Татьяна Голубева, «День с толком». А теперь к другим темам. Еле отбилась от стаи собак в промышленной зоне. Почти рыдая, жительница города рассказала нам такую историю. Бродячие животные, по ее словам, здесь регулярно нападают на прохожих. Мы вновь попытались разобраться, кто и как должен отлавливать собак и как себя вести, если встреча уже состоялась. По этой тропе вдоль оживленного проспекта Космонавтов Татьяна возвращалась с работы домой. На привычном пути не впервые столкнулась с проблемой – стаей собак. Тут, понимаю, начинают сбегаться со всех сторон. Собаки большие, их много. То есть я их не считала, конечно, но их было очень много. Они бежали просто со всех сторон с диким лаем. Я кричала очень громко. Забыла, что у меня мама висит на проводе. То есть та металась у себя дома, потому что она слышала вот мои дикие вопли. И лай, жуткий лай. Это было очень страшно. В какой-то момент, по словам Татьяны, стая просто потеряла интерес. Именно в этом районе, недалеко от шинного завода, бродячих животных встречают нередко. Какая инстанция должна помочь, Татьяна так и не смогла выяснить. В приюте «Ласка» советуют обращаться в город, а районные администрации посылают обратно в «Ласку». В приюте подтвердили позицию. Деньги по контракту на отлов и стерилизацию закончились. Кстати, ничего другого контракт и не предусматривает. Дело в том, что федеральный закон-то 498 сейчас ввел практику возвратного отлова. И сейчас, по факту, мы животных отловили, стерилизовали, привили, обработали там от всяких паразитов и так далее, полечили, поставили бирку желтую в ухо и отпустили назад. Причем закон прописал, отпустили назад именно там, где отловили. Вероятно, мы теперь вынуждены уживаться с собаками, которые в идеале должны быть стерилизованными. Но деньги у приюта на это закончились, а в городской администрации нам рассказали, что по контракту «Ласка» должна продолжать работу. По контракту. Количество отловленных животных должно составлять не менее 558 штук. В настоящее время подрядная организация «Ласка», которая выиграла аукцион в начале 2020 года, акты выполненных работ предъявлены на 544 собаки. То есть отловить осталось еще 14 собак, но денег уже нет. А по договору сделать это необходимо, иначе штраф. Проблема большая, но есть и масштабней. Что делать, когда «Ласка» отловит эти почти 560 особей, которые беспризорно бегают на страницах муниципального контракта? Ведь всего бродячих и бездомных собак в Барнауле около 7 тысяч. Эти данные приводит доктор биологических наук Сергей Снегирев, соавтор монографии о методах подсчета популяции собак в Алтайском крае. Если денег на отлов у города больше нет, а вместе с этим нет и других способов уменьшить популяцию, остается хотя бы узнать, как ведет себя стая
домашних животных, если вы уже зашли на их территорию и вызвали агрессию. Если человек не проявляет боязни, активно противодействует нападению, замахивается, там, подбирает с земли какой-то предмет, собаки, как правило, ограничиваются демонстрацией агрессии. Если человек пытается убежать или демонстрирует испуг, вот тогда-то я возвращаюсь к тезису о том, что собака – это по-прежнему хищное животное. Вот тогда-то срабатывает инстинкт хищника, инстинкт преследования. Это законы природы, а они также говорят, собакам нужно есть. Вот мы видим маму и двух детенышей здесь. И самый простой вопрос, откуда они взялись? Почему именно на этом месте? Здесь автомобильная стоянка, это не многоквартирный дом. Здесь нет мусорки, где они могут найти провиант. А ответ простой, скорее всего, их кто-то подкармливает. Да и как не покормить щенят? Но об этом и говорят эксперты. Собаки обитают там, где есть кормовая база. Выходов немного. Сердобольным соседям объяснить, что кормить животных значит привязать их к месту, а тем, кто собирается брать собаку, посоветовать задуматься, не захочет ли он потом выбросить ее за дверь. Ведь виноваты в образовании таких стай не собаки, а хозяева, которые наигрались. Глаза закрываешь, и вот глаза бешеные, стеклянные, зубы вот этот оскал буквально вот в каких-то 10 сантиметрах от тебя. Это кошмар. Ребята, никому не пожелаю вообще такое пережить. Андрей Дреер, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком. Замахивается на детей и носит колющие предметы. Жители Зудилова обеспокоены поведением односельчанина. По их мнению, он нуждается в постоянном медицинском контроле. К сожалению, часто очень трудно доказать, что ваш сосед, знакомый или коллега по работе психически нездоров и опасен. А это чревато последствиями. Что делать в таком случае, разбиралась Ирина Корчагина. В селе Зудилово Первомайского района живет несколько тысяч человек, и многие из них напуганы одним мужчиной. По словам людей, он беспричинно замахивается на детей и женщин, матерится, носит с собой колющие предметы. Люди считают, что он психически нездоров и опасен для общества. При этом мужчина спокойно ходит по селу, его можно встретить в общественном транспорте. Его отправили в психиатрическую больницу, но мать под свою ответственность его оттуда забрала. У него самой маленький ребенок, и самой страшно теперь ходить по вечерам. Пару часов назад нам стало известно, что мужчину положили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщили жители Зудилова. Через какое-то время его выпустят, и получается, весь контроль опять ляжет на родственников. А об этой истории из Рубцовского района мы рассказывали в сентябре. Жительница села Зеленая Дубрава шокировала всю страну. В сеть попали кадры, на которых видно, как женщина разделывает живых собак. Маленькие-то две штучки зарезала. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтоб я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они все и больные. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собаку. Это ваша родственница? Да. Милиционер бывший. Потрясающе. Многие тогда заступились за женщину. Подумаешь, ест собак, может быть, больше есть нечего. Однако мы убедились, что Екатерина не голодает. Об этом она сказала и сама. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Это нам она сказала, и приезжали участковые, она ему сказала, мне все равно, кого резать, тут и их дети ходят. Если ситуация сложилась так, что гражданин общественно опасен для окружающих, в этом случае обязательно нужно обращаться в органы внутренних дел. Либо звонить по телефону 102, либо участковому, либо обращаться в ближайший отдел органов внутренних дел. За расправу над щенками на женщину завели уголовное дело. Пока она находится дома в Зеленой Дубраве, и это пугает местных жителей. Они уверены, Екатерина опасна не только для собак. Недавно в селе заметили избитого сожителя женщины. Недавно встретила Александра, супруга ее. Он был весь избитый. Я спросила: «Саша, что случилось?» Он сказал: «Меня Катя избила со своим бывшим мужем молотком по лицу». В этом случае врач-психиатр имеет право пойти в сопровождении полиции, сотрудников полиции обязательно, ее освидетельствовать. Значит, если заподозрит у нее наличие психического тяжелого расстройства, да, тогда имеет право ее до постановления суда госпитализировать в психиатрический стационар. Решение принимает, конечно же, суд. Но чаще всего суд примет решение, что она может лечиться на добровольных основах и выпишет ее оттуда. Зоозащитники готовы идти до конца, чтобы Екатерина ответила за жестокое обращение с животными. Расследование продолжается.
Они затягивают этот процесс, потому что закон никогда не работал. И его сейчас притворять вот в жизнь и запускать, так сказать, сложный процесс. Кстати, как нам сообщили, мужчину, который снял эти ужасные кадры, могут привлечь за вторжение в частную жизнь. Получается, надо было просто пройти мимо и сделать вид, что в соседском огороде ничего не происходит. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский повар стал лучшим в России. Александр Зазуля победил во Всероссийской олимпиаде кулинарии и сервиса. Состязание прошло в Перми, и сейчас молодой повар вернулся на Алтай. Чем же покорил строгих судей барнаулиц, расскажет Мария Микшута. Блюдо с судаком, кролик с айвой и 8 видов закусок. Предстояло приготовить вкуснее соперников. Конкуренция нешуточная. Более 120 талантливых поваров России боролись за звание лучшего. В двух техниках основное, то есть кролика, в двух техниках гарнир, в двух техниках соус. Это вот по регламенту обязательно надо было делать. Вот. И все готовили. Это давалось 3 часа, все на все. Весь конкурс под жестким взглядом судьи. Александр и его напарник успели за 30 секунд до окончания времени. С холодной головой и с любовью, самое главное. Если, ну, профессия такая, еда. То если злой человек не может готовить, не может кормить. Поэтому как бы, ну и продукт чувствует все. Поэтому с любовью готовьте и все. И всем, кто в профессии, надо, ну, болеть этим, любить. Оценивали строго, в том числе и за оригинальность подачи. Барнаульский повар решил показать приготовленные блюда на подносе, которые успели изготовить буквально за несколько дней до конкурса. Мотив выбрал близкий сердцу – алтайский. Это вообще вся композиция в виде Алтая, да, горного, ну и вообще Алтая. Это типа хребет, горы, это бирюзовая катунь, она тоже бирюзовым цветом. Готовкой Александр заболел еще в детстве. Первое серьезное творение, которое удалось тогда мальчику – лагман. Сейчас с утра и до позднего вечера он в ресторане придумывает новые шедевры. Добавим немножко орехового масла, сливочного, жженого. Еще называют бернуазет масло. Оно такое придаст вкус ореха, карамели. На работе как рыба в воде, а вот дома готовит изысканные блюда только по праздникам. Ну, здесь наготовишься и как-то, не знаю, дома здесь пообширнее, побольше места, размаха больше, а дома начинаешь что-то, и мне как-то не сильно нравится. Но все равно как бы для семьи, для родных, близких охота удивить. Останавливаться на достигнутом не собирается. А еще у молодого повара есть мечта – открыть на Алтае собственный ресторан. И не один. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. Дед Алтайвет научит детей истории края. Алтайский краеведческий музей и театр кукол «Сказка» презентовали совместный образовательный проект. Как рассказала на пресс-конференции директор «Сказки» Надежда Васильева, виртуальный проект появился вынужденно в связи с пандемией. Главный его герой – музейный персонаж дед Алтайвет и Митрофанушка – персонаж пьесы Фанвизина «Недоросль». На вопросы Митрофанушки отвечают музейные специалисты, которые рассказывают об интересных выставках, экспонатах, спектаклях истории Алтая. Два учреждения, которые развивались параллельно, объединяются в одной цели – рассказать об истории Барнаула и истории Алтайского края через игру, через познание, через умного и тот, кто стремится к знаниям. В дальнейшем организаторы проекта ждут обратную связь от детей, которые могут задать любой вопрос деду Алтайведу по истории Алтайского края. Посмотреть ролики можно будет на сайтах и в социальных сетях театра кукол «Сказка» и краеведческого музея. Порадовать накануне Нового года. Более десятка юных художников под руководством опытного мастера готовят подарки ветеранам. Ими станут открытки, написанные своими руками. Тематика новогодняя. Подробности у Марии Микшуты. Вот смотри, хватит, достаточно. Давай теперь начнем прописывать детали. Угу. Берем кисточку, вот эту. Задание серьезное, планы амбициозные. Нарисовать более 700 открыток для ветеранов. Иными словами, настоящих картин. Самой младшей художнице Маше 7, но девочка уже уверенно владеет кистью. На первую я изобразила своего кота Рыжика, что он сидит под елкой. А на второй я изображаю дом. Но это еще полдела. Главное в рисунок вложить душу, чтобы поднять настроение ветеранам, которые в период пандемии в этом особенно нуждаются.
Мне кажется, это очень важно. Они, ну, много значат для нас. Настоящие герои. Художница Марина Аджинян уверена, лучше детей с этой задачей не справился бы никто. Мы пишем масло в основном в галерее. Только масло. Без масла никуда. Ребята, знаете, на самом деле, я с удовольствием работаю с детьми. С ними настолько комфортно, удобно, уютно. Мне больше нравится с детьми работать, чем со взрослыми. Они настоящие, искренние. Каждая картина не просто рисунок. Как только высыхает масляная краска, изображение переносят на открытку. За каждым ветераном сейчас закреплен волонтер. И каждый свой волонтер придет к своему ветерану в предновогоднее время и подарит эту открытку. Сейчас готово около 10 открыток, но юные художники уверены, к Новому году все успеют. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!